Мультик. Дим, Димыч, ты скоро? Да, обещал сюрприз, а сам рисуешь. А это и есть сюрприз. Садитесь поудобнее. Внимание! Мотор! Масло врезался! Ему еще шишку надо нарисовать! Как в настоящем мультике получилось! Так это и есть настоящий мультик! Ну да! Мультфильмы только по телевизору показывают! А делают их именно так! Мультфильм состоит из отдельных картинок, кадров. На каждом кадре изображение чуть-чуть отличается от другого. Например, у человека немного поднимается рука. Если кадры один за другим быстро менять перед зрителем, ему покажется, что человечек по-настоящему движется. Это и есть мультфильм. Между прочим, для мультика длиной в одну минуту нужно нарисовать больше 1000 кадров. Ого! У меня б терпения не хватило. Это ничего, что твой мультик короткий. Зато он смешной. Да, очень смешной. Дим Димыч, а что это за чудик у тебя в мультике? Ну ты даешь, Нолик. Самого себя не узнал. Так это ты меня нарисовал? А ты уже не помнишь, что было сегодня утром? Давай лучше я тебе что-то покажу. Можешь какой-нибудь мультик поставить? Запросто. Худею. Я тебе сейчас этот мультик покажу по кадрам. Вот, смотри, это кадр. Вот, еще, и еще. Здорово? Ага. Здорово! Сейчас ты видишь целых 25 кадров за одну секунду! Худею! Фантастика! Симка, слушай! Мне Нолика жалко! Да, нехорошо получилось! Мультфильмы бывают разные! Ну, рисованные мультфильмы, понятно, их рисуют! А вот кукольные делают так! Берут куклу и фотографируют. Потом немножко двигают и снова фотографируют. И так снова и снова, пока не получится много кадров. Из них и собирают кукольный мультфильм. А еще бывают пластилиновые мультики. В них все герои из пластилина. И все остальное тоже из пластилина лепится и перелепливается. Но самые современные мультфильмы делают на компьютере. Сначала создают компьютерную модель героя, потом ее раскрашивают и заставляют двигаться. Мультики про фиксиков тоже так снимают. Дим Димыч, что делаешь? Новый мультик рисуешь? Нет, старый исправляю, чтобы с Ноликом помириться. Ладно, рисуй, а я пока его позову. Нолик! Нолик, ну извини, перестань дуться. Давай мультик смотреть. Я эти ваши глупости уже видел. Вы мне там, наверное, еще и шишку перерисовали. Да нет же, я все по-другому сделал. Тебе понравится. Точно? Ладно, давай, показывай свой мультик. Внимание, мотор. Это уже другое дело. Фух, еле блокнота хватило. А мне кажется, первый мультик был
точно лучше. Потому что впереди весь день, и нам всем нужно зарядиться энергией. Но я не люблю заряжаться в посудомойке. Можем пойти в микроволновку или в чайник. Ой, нет! Я вообще в кухонных приборах не люблю заряжаться. На кухне неинтересно. А где тебе интересно? В компьютере. Мася, можно я в компьютере позаряжаюсь? Энергия вкуснее. Питание должно быть не только вкусным, но и полезным. Люди ведь не едят одни конфеты. Как известно, люди питаются едой, а фиксики – энергией приборов. Люди едят разную еду, также и фиксики. Им нужна энергия разных приборов. Если фиксик заряжается в автомобиле, то становится более быстрым. Если в компьютере, то более умным. А если в часах, то более точным. Поэтому фиксики стараются не сидеть на одном месте, например, в телевизоре, а все время перемещаются из прибора в прибор. Эх. А что вздыхаешь? Вот на завтрак хлопья с молоком. Мам говорит, что молоко полезное, а я его не люблю. Ага, Нолик, попался. Ну-ка, Мар, заряжаться. Не пойду. Вон Дим Димыч тоже завтракать не хочет. Почему? Молоко не любит. Не любит? Просто он не умеет его пить. Вот что у нас есть! Что? Что? Миксер! Миксер – это кухонный прибор, который смешивает разные продукты. С его помощью можно приготовить крем или соус, или омлет. Но самое вкусное, что может сделать миксер – это молочный коктейль. Для этого в молоко добавляют мороженое, сироп, соки, фрукты. Кто что хочет. Потом миксер все это быстро-быстро перекручивает, перемешивает, перебалтывает. И получается коктейль. Итак, что у нас есть для коктейля? Малиновое варенье. Подойдет? Подойдет. А клубничное? Годится. Тут есть банан. Я нашел шоколадку. А я мороженое. Заводи миксер. Если весь день впереди легко, если весь день впереди, хлопья в тарелку клади и хо-хо, хлопья в тарелку клади, хлопья в тарелку клади и хо-хо, хлопья в тарелку клади. Достает пустяка, просто добавь молока и хо, просто добавь молока, просто добавь молока и хо, просто добавь молока. Yeah.
мессер. А что если сделать коктейль сразу, из всего? А попробуй. Ой, а где молоко? Ого, ты целую бутылку выпил. А говорил, что молоко не любишь. Я просто не умел его пить. Зинка, что тут у вас произошло? И куда делся Нолик? Сейчас покажу. Нолик, вот ты где! Ты же говорил, что не любишь заряжаться в кухонных приборах. Миксеры люблю, потому что миксер смешивает полезное и вкусное.